Внимание! Люди старше 60 лет находятся в зоне риска заражения коронавирусной инфекцией. Рекомендуем вам не выходить из дома, тщательно мыть руки не менее 20 секунд, дезинфицировать поверхности и не трогать лицо руками. Попросите близких обеспечить вас лекарствами и продуктами. Волонтеры могут помочь вам с покупкой продуктов и лекарств. Звоните 8 800 234 11. При появлении симптомов, таких как высокая температура, сухой кашель, одышка и боль в груди, срочно вызывайте врача на дом. Берегите себя. Телефон горячей линии 112 или 343 312 08 81. Премьера на ОТВ. Засадитесь, я доктор. Герои нашего времени. Скорая, диспетчер, слушаю. Как больно. Присылайте сюда свою скорую, пока я не загнулся тут. Успеть. Дорогу! Осторожно. Спасти. Зажил. Нити готовьте швы на кладку. Это их работа. Нервы? Да не обращай внимания, спать хочу. Это их жизнь. Быть главным врачом – это значит отвечать за все, что происходит в этих стенах. Страна 03. Ждите бригаду. Со вторника по пятницу в 17:10 на ОТВ. Погнали к нам. ОТВ-24 интернет-канал о событиях Среднего Урала. Чем живет Свердловская область? Яркие события и только проверенная информация. ОТВ-24. Достоверно о важном.